Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Что ж, продолжим играть в игру Blade and Soul. Наборы учеников уже в силе, вроде бы как. Так что народ прибавляется, прибавляется и прибавляется. Приятного вам просмотра. Получен новый предмет для задания. Дневник Маннанчи. Год назад я покинул отчий дом. Пришла пора испытать себя на прочность. Отец всегда хотел, чтобы я достиг чего-то в жизни. Сейчас я работаю на гильдию кузнецов, но эти железяки мне порядком надоели. Я достоин лучшего. Пора отправиться в великую пустыню. Там я стану астрологом и гончаром, и превосходным поваром. Я хочу перепробовать все и найти наконец свое призвание. Моя судьба зависит только от меня. Вперед к славе! Thank you.
помогите! Моя семья в доме! Не понимаю, мрак кругом! Беда, беда! Найдите мою семью, прошу вас. Смотрите! Не бойтесь! Некоторых еще можно спасти. Прошу, помогите! Не бойтесь! Не отступать! Охраняйте командира! Из той же боевой школы, что и командир До? Я в долгу перед вами. Спасибо. Это просто ужасно. Никогда такого не видел. Жители рыбацкого поселка чуть было не погибли. Хотел бы я знать, в чем дело. Я поспрашивал у местных, но яснее не стало.
Все шло как обычно. И вдруг клубы дыма окутали деревню. Говорят, какая-то девушка в черных одеждах вошла в зараженную пещеру. С ней был спутник. Местные жители не знают, кто она такая и что ей нужно. Но все зовут ее ведьмой в черном. Эй, куда же вы? Командир скоро будет. Подождите. Запах мяса. А, помогите! Не остановилась. Вы человек или монстр? Извините, из-за этого странного дыма люди превращаются в чудовищ. Поэтому я пугаюсь каждого встречного. Не хотел показаться невежливым. Я себе места не находил с тех пор, как он куда-то запропастился. Как здорово, что вы его нашли. Я надеюсь, вы не читали мои личные записи. С вашей стороны это было бы очень некрасиво. Смотрите,
Что это такое? Здесь опасно. Зачем вы пришли? Что-то случилось? Что она тут делала? Эта проклятая ведьма! Нам нужно отступить, пока не поздно. Дым сгущается. Чтобы выбраться отсюда, понадобится огнемет. Они нападут. Держитесь со мной и используйте огнемет. Почти добрались. Держитесь! Чин Сойон исчезла прямо у меня на глазах. Отправляйтесь в безопасное место. Вы в порядке? Вам еще не здоровится, но вы все равно отправились на поиски Чин Сойон? Вот как. Боюсь, что нас ждут темные времена. А еще этот шпион, который объявился в деревне. Я очень спешу, простите. Мне пора в Черный лес. Если я найду ниточку, которая может привести к Чин Сойон, то дам вам знать. Помните, месть может подождать. Здоровье прежде всего. Накопите энергию Ци и возвращайтесь. Ты до сих пор в лесу мертвецов? Прочти послание.
нельзя зарегистрировать. Thank you.
не соблюдены условия использования. Не соблюдены условия использования.
Вот так мы потихонечку движемся от ученика к мастеру пути Хона. Ну а на сегодня это все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.